Дорогие любители спорта, мой партнер канала «За зрелищный спорт», а также помогает приумножить удовольствие от игры. Чтобы получить больше информации, переходи по ссылке в описании. Доброго дня. Не надо, спасибо. Вот вы поменяли автомобиль, да? Не надо, спасибо, я верю. Не знаю, всего хорошего, счастья в пути. Не, никакого счастья в пути не будет. Почему? Счастье в пути должно быть. Не нарывайтесь на рифму. Что? На рифму, говорю, не нарывайтесь. Добро, дякую. Всего хорошего, счастья. Нет, в чем? Сюда идите. Сказал, инспектор, инспектор. Я вас не отпускал, идите сюда. Идите сюда, я говорю. Инспектор. Я не буду за вами бегать. Инспектор. Не доходит. Куда вы уходите? Куда? Что это? Тикай. Смотри. Куда побежал, Куда побежал, краса? Стоять! Куда собрался, а? Куда собрался, я спрашиваю? Выходи с машины. Чего вы кричите? С машины выходи. Я говорю, что вы кричите? С машины выходи по-хорошему. Я не понял, что кросс сдаем? Какой нормативы кросс? Или что? Какой кросс? Нормативы сдаем? Чего кричите? Со мной пойдем? Куда пойдем? Разбираться с тобой пойдем. Со мной куда пойдем? Что это за марафон? Уважаемый. Что это за марафон? Я прошу прощения, не кричите, пожалуйста. За мной пойдем? За мной, говорю, пойдем. Я никуда за вами не пойду. Я говорю так, либо вы сейчас да. По-нормальному вспоминаете, кто вы такой. Лейтенант, чем полиция, вы здесь занимаетесь? Рябцев. Да. Рябцев, за мной. Да, я сейчас покажу все, чем я занимаюсь. Рябцев. Я говорю, подойдите, скажите, пожалуйста. Вы с марафона сейчас или что? Что это за выступление? Я говорю, подойдите, пожалуйста. Что это за выступление? Я говорю, подойдите, будьте добры. Я прошу прощения, подойдите, пожалуйста. Обняться или что с вами? Не надо. Со мной обниматься. Куда еще ближе к вам подойти? Я же говорю, отработка. Харьковской области. Куда вы собирались уехать? Александр, как у вас получится? Для вас не имеет значения. Рябцев, куда вы собирались уезжать? Я никуда уезжать не собирался. Вы остановили водителя. Да. Вам напомнить, что вы должны сделать? Представиться, да. Это произошло? Я подошел, говорю, добрый день, лейтенант что полиции Рябцев. Что вы говорите? Да. Потом дальше, что надо сделать? Я представился. Дальше, по процедуре, Рябцев, вспоминайте, узнал, берите в руки себя. Узнал вас, и сказал. И забыли все на свете. Пожелал счастья в пути. Может, вам удостоверение показать? Удостоверение, причину остановки. Я сказал. К машине. Я Рябцев, говорю, уважаемый, Рябцев, будьте добры, я никуда не пойду. Давайте мне не я будете шо? Командовать, пожалуйста. Давайте так, Рябцев, либо вы сейчас берете себя в руки и вспоминаете, зачем вы выходите на работу, уважаемый. Либо я потрачу свое личное время для того, чтобы вам это напомнить. Поэтому я вам очень рекомендую собраться, вспомнить, зачем вы здесь находитесь, взять эту отработку и пойти закончить то, что вы начали, Рябцев. Я говорю, будьте добры. Я говорю вам по-хорошему, мой автомобиль открыт, пройдемте, вы, Рябцев, сейчас выполните свою работу, и, может быть, все закончится хорошо. Пойдемте. Я подойду. Все, причины закончились, никого больше не останавливают, отработка закончилась. Нахрена этот знак стоп? Рябцев, это не вам, это мне, пойдемте. Пойдемте. Работники, блин, хреновы. Какой толк с вас здесь, какой? Сколько можно раз... Я вас прошу. За мной, к машине. Я в туалет хочу сходить. Рябцев, Рябцев, никакого туалета. Я потом обосретесь, да за мной. Нет, я сказал, я схожу в туалет. Так, я еще раз вам говорю, либо вы сейчас берете себя в руки... Да. И выполняйте свою работу. Либо все заканчивается печально. Я вам рекомендую пройти, закончить, а потом пойдете делать свои естественные нужды. Пойдемте. Я прошу. У меня автомобиль открыт, я не собираюсь на трассе его оставлять. Пойдемте к машине. Куда вы собирались убежать со своим я напарником? Я убежать никуда не собирался. Что я вы говорите? Что вы говорите? А не убежать. Что вы говорите? Да. Представьте, сейчас представите все сначала, вы сейчас вспомните. Доброго дня, как должен действовать. Лейтенант полиции. Сейчас попробуем еще раз, Рябцев. Да, да. Значит так, Рябцев. Да, я. Мы сейчас забываем все, что было. Да. Забываем, что вы хотите в туалет, что вы как Сайгак прыгаете по трассе. Я хотел серьезно. Я понимаю, что серьезно. Я понимаю, это часто с вами случается. Я сейчас закрываю двери. Да. Открываю окно, и мы начинаем все заново так, как должно быть сотрудник полиции. Вы вспоминаете, что вы сотрудник полиции, Рябцев? Да. Пробуем. Может быть, тогда у вас будет шанс. Доброго дня. Нет, секундочку. Да, да, да. Шаг назад. Доброго дня. Здравствуйте, инспектор. Лейтенант полиции Рябцев. Очень приятно.
Сейчас проводятся соответствующие мероприятия. А с чем связано? Может быть, что-нибудь связано с проведением операции. Сейчас сброя выбухилка. Ага, это поэтому, да, меня остановили? Мероприятие, я остановил вас. А извините, пожалуйста, а можно ваши документы посмотреть? Да, конечно, пожалуйста, ага, будьте добры. Если можно. Рябцев Сергей Викторович, вы, извините, относитесь к чему? К райвиделу, сейчас на основании распоряжения. А, то есть вы с райотдела, да, да, здесь, да, стоите? Я вам покажу, все покажу. Ага, если можно, расскажу, пожалуйста. Да, пожалуйста, да, будьте добры. Есть распоряжение. Угу. Красноградский, 87 километр. Ага. Два человека видел полиции. Да, стоите. Вид процевания. Рябцев, пожалуйста, будьте любезны. Вы, да, знаете, да, я не перевожу ничего. Проверьте. Я прошу прощения, да, смотрите. Да. До 20 числа включительно, ага, период. Да, проводится, понял, соответствующие мероприятия. Пожалуйста, будьте любезны, вот проверьте документы, если можно. Возьмите. Большое спасибо. Нет, нет, я также хочу, если вам надо, я багажник открою. Не даже. Надо, не надо. Вот страховка есть, все в порядке. Вот действительно страховой полис, Рябцев. Страховой полис не нужен на основании. Да. Спасибо большое. Ага, скажите, пожалуйста, что-нибудь, Александр, может быть, еще? Олегович. Да, Александр Олегович. Я прошу прощения, возьмите, пожалуйста. Да, ага. Сверьте номера, да. Блин. Припомнили, как надо работать? Да, извините, всего хорошего. Припомнили, как, да, это, да, должно происходить? Да, конечно, я еще подошел, я представился. Да? Может быть, я в чем-то сразу, в чем-то? Я вас узнал. И, ну, да. И обосрались, вы начали убегать со своим напарником, Рябцев. Если еще раз, не убегай, еще раз, убегать. Рябцев, я такую хрень увижу на дороге, я приложу максимум усилий, чтобы вы просто с райотдела не выходили. Спасибо. Вспомните, что вы полицейский. Вспомните, для чего вы здесь находитесь. Вспомните, для чего вас здесь поставили, для чего мы эти приказы дали. Конечно. Конечно. Вот я для чего же вам показал. Свободно. Идите служите так, чтобы мне не было стыдно. Я народу Украины за вас. Спасибо. Всего доброго. Для начала мы должны друг друга уважать, а не кричать друг на друга. Рябцев, мне, по-моему, кажется, я не кричал на вас, нет? Мне кажется, вы дали по тапкам. Не по тапкам. Я пошел, для начала папку взял. А, это вы папку с напарником просто бежали взять. Боган, приезжайте еще. Рябцев, свободны, до свидания.